Книга «Открытым оком», том 26, вопрос 3854. Тема «Смерть». Есть такое выражение, что о мертвых говорить только хорошее или ничего не говорить. Правильно ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Абсолютно неправильно. В Библии описывается, что и после смерти о человеке говорится то, каков он был при жизни. Хотя и тут были исключения. Второе царство 1.23. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. И гроб опущен уж в могилу, и все столпилось вокруг, толкутся, дышат через силу, спирает грудь тлетворный дух. И над могилой раскрытой в возглавии, где гроб стоит, ученый пастор сановитый речь погребальную гласит. Вещает бренность человечью, грехопадение, кровь Христа, и умною пристойной речью толпа различно занята. А небо так нетленно чисто, так беспредельно над землей, и птицы реют голосисто в воздушной бездне голубой. 1836 год, Ф. Е. Тютчев. Псалом 108, 14, 17. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле, за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Сирахова 24:35. Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Каждый год и цветет, и отцветает миндаль. Миллиарды людей на планете успели истлеть. Что о мертвых жалеть нам? Мне мертвых нисколько не жаль. Пожалейте меня, мне еще предстоит умереть. 1929 год, М. Светлов. Третье царство 13.2. И произнес к жертвеннику слово Господня и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановою от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по старому Преображение Господне. Обыкновенно свет из пламени исходит в этот день с фавора. Простите, обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень яская, как знамение, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий нищенский, ногой трепещущий ошальник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами,
соседствовало небо важно, и голосами петушинными перекликалась даль протяжно. В лесу казенной землемершею стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтобы вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правический звучал, нетронутый распадом. «Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа. Прощайте, годы безвременщины, простимся, бездне унижений бросающая вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство». 1953 год, Борис Пастернак. Второе послание Петра 1:15-16. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. И всюду клевета сопутствовала мне, ее ползучий шаг я слышала во сне, и в мертвом городе под беспощадным небом, скитаясь наугад за кровом и за хлебом, и отблески ее горят во всех глазах, то как предательство, то как невинный страх. Я не боюсь ее. На каждый вызов новый есть у меня ответ, достойный и суровый. Но неизбежный день уже предвижу я. На утренней заре придут ко мне друзья, и мой сладчайший сон рыданием потревожат, и образок на грудь остывшую положат. Никем не знаемо тогда она войдет, в моей крови ее неутоленный род считать не устает, не бывшие обиды, вплетая голос свой в моленья панихиды, и станет внятен всем ее постыдный бред, чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед, чтоб в страшной пустоте мое осталось тело, чтобы в последний раз душа моя горела земным бессилием, летя в рассветной мгле и с дикой жалостью к оставленной земле. И дикой жалостью к оставленной земле. Простите. Деяния 9:39. Петр. А что ж ты автора-то не называешь и год? 1922 год, Ахматова. Деяния 9:39. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу. Все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Когда великое свершалось торжество, и в муках на кресте кончалось божество, тогда по сторонам животворяща древа Мария грешница и Пресвятая Дева стояли две жены, в незримую печаль покружены. Но у подножия теперь креста честнага, как будто у крыльца правителя городскага, мы зрим, поставлено на место жен святых, в ружье и кивере два грозных часовых. К чему, скажите мне, хранительная стража, или распятие, казненная поклажа, и вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей? Или покровительством спасаете могучим владыку тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою бичам, мучителям, гвоздям и копью? Или опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род Адамов искупила, и чтоб не потеснить гуляющих Господ, пускать не велено сюда простой народ? 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. Римлянам 5:8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Евреям 9:15. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Когда колокола торжественно звучат, иль ухо чуткое услышит звон их дальний, невольно, думаю, печальною объят, как будто песни погребальной, веселым звуком их внимаю грустно я, и тайным ропотом полна душа моя. Да, умер он, давно замолк язык народа, склонившего главу под тяжкий царский кнут. Но встанет грозный день, но воззовет свобода, и камни вопли издадут. И расточенный прах и кости исполина совокупит опять Дух Божий воедино. И звучным голосом он снова загудит, и волны судный день в расплаты час кровавый, в нем новгородская душа заговорит московской речью величавой. И весело тогда на башнях и стенах народной вольности завеет красный стяг. Аполлон Григорьев. Исход 29:15. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают свои во мраке и говорят: «Кто увидит нас и кто узнает нас?» 1 Коринфянам 4:5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога».